10 января в России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Документ размещен на официальном портале правовой информации. В частности, злостным нарушителям ПДД грозит до 3 лет тюрьмы за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км в час. Кроме лишения свободы, закон также предусматривает денежный штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Также за решеткой могут оказаться водители, лишенные прав, но пойманные за рулем. Им грозит до 2 лет колонии. Кроме того, в наступившем году предполагается введение и новых штрафов. К примеру, если водитель не остановит машину по требованию сотрудников ГИБДД, ему придется оплатить 40 тысяч рублей.